милая Колет, без единого дефекта, имеет описание эксперта, имеет кубок, медаль, диплом с выставки, девочке 6 месяцев, чудо-крошка, с ней можно заниматься выставками, но нельзя пускать в племенную работу, так как она маленькая, и она весит 2 килограмма, ну, наберет еще грамм 100-200. И на этом все. Поэтому эту девочку любить, обожать, носить на ручках. У нее голубой глазик. Папа окраса мерль. Мама белокремовая. Вот такое чудо. Абсолютно здорово, шикарно. Имеет документы клуба. Полностью привита, пройдены все карантинчики. Пожалуйста, обращайтесь. Девочка живет в Крыму. Она не живет в нашем питомнике. Она является дочерью нашего Ролекса. И Ванессы, является внучкой нашего гранд-чемпиона Елисея. Вот такая красавица. Обращайтесь. Вот такое счастье, возможно, ждет вас.